Медленно текущий поток лавы шириной 80 метров приближается к жилым районам острова Гавайи. По данным геологической службы США, температура раскаленной массы около 900 градусов Цельсия, а значит, она способна просто расплавить оказавшееся на ее пути препятствие. Местные жители получили предупреждение об эвакуации и в любой момент должны быть готовы покинуть свои дома. Однако правительство уже заявило, что не будет никого принудительно вывозить из опасной зоны. Так что те, кто опасается бросать свое имущество без присмотра или просто хочет понаблюдать за необычным природным явлением, могут рискнуть остаться. Власти острова закрывают школы, пытаются защитить оказавшиеся на пути лавы шоссе, по которому ежедневно проезжают 10 тысяч машин, и прокладывают временные объездные пути. Лава, которая начала извергаться из вулкана Килауэа еще в июле, движется со скоростью около 10 км в час и приближается к деревне Пахоа.